Хотите каждый месяц стабильно получать плюс 50 тысяч на свою карту в виде второй зарплаты? Да, представляете, вы можете организовать себе вторую зарплату, даже не выходя из дома и уделяя этому всего 2-3 часа в день. Внимательно смотри это видео, рассказываю, как это организовать. Вторую зарплату можно организовать себе за счет подработки на фрилансе. Вы можете настраивать вот такую вот рекламу в интернете. Вы можете настраивать карточки организаций. Вы можете настраивать вот такую рекламу с изображениями. И все это сидя дома за ноутбуком. Посмотрите, сколько платят специалистам, которые умеют настраивать такую рекламу. Специалист по рекламе Яндекс.Директ. 150 тысяч. Можно работать удаленно. От 80. Без опыта. Можно работать удаленно. То есть вы можете заниматься настройкой такой рекламы из любого города, где бы вы ни находились. И зарабатывать вполне адекватные деньги. Вот как выглядит работа с такой рекламой. Вся реклама настраивается через кабинеты Яндекс.Директа. Нажимаем кнопку «Добавить». Указываем запросы, по которым мы хотим показывать нашу рекламу. И дальше Яндекс сам сгенерирует для нас рекламное объявление. Меня зовут Червонец Елена. Я сертифицированный специалист по Яндекс.Рекламе. Пишите мне в комментариях под этим видео слово «Яндекс», и я пришлю вам 4 бесплатных урока, по которым вы настроите свою первую рекламную кампанию в Яндексе и узнаете, как искать своих первых клиентов, даже если вы полный новичок.